Доброго вечора всім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді» і напередодні Дня українського кіно. Ми сьогодні будемо говорити, власне, про кіно, але про документальне. Великий фестиваль у нас відбудеться наприкінці вересня в Харкові. Про нього та взагалі про документальне кіно сьогодні поговоримо з гостями студії, яких я з великим задоволенням представляю. Вікторія Цвірко, координатор міжнародного фестиваля документальних фільмів «Харків Meet Docs». Добрий вечір, пані Вікторія. І Сергій Буковський, режисер, документаліст. Добрий вечір, пане Сергію. Добрий вечір. Ну, в принципі, у нас Харків, незважаючи на те, що ми десь там, на жаль, на периферії кіносвіту десь знаходимося, далеко від центрів прийняття рішень, великих студій і так далі, але все одно, ну, харків'ян важко чимось, в принципі, таким здивувати. У нас був свій кінофестиваль, у нас привозять до нас і документальні фестивалі, і мандруючі фестивалі, і так далі. А що нового, і що, ну, такого незвичайного, або навіть надзвичайного буде у фестивалі «Харків Meet Docs»? Ну, во-первых, действительно, то есть Харьков, международный фестиваль «Харьков Meet Docs», это фестиваль документального кино. Почему он первый? Ну, потому что он первый харьковский. То есть потому что он действительно в фестивальном формате, потому что он собирает на своей территории, ну, на своих локациях, да, собирает международных документалистов. То есть это не только фильмы, которые произведены в Украине, это фильмы, которые произведены в Латвии, в Германии, в России, в Польше. И, ну, и в то же время в Украине. Вот. И также в кинофестивале, ну, три дня имеет фестивальный 29 сентября по 1 октября. Также он будет с открытием, он будет с мастер-классами, с мастер-классами от режиссеров, от из-за того, что даже с Германии приезжает гость, который будет рассказывать о медийном праве, который работает непосредственно со звездами, и будет рассказывать об авторском праве, о медийном праве. Также у нас будут гости от проекта «Креативная Европа». То есть достаточно много, ну, наверное, в силу того, что мы берем курс, ну, взяли уже давно, наше государство взяло курс на евроинтеграцию, и мы, это классно, это важно, что мы интересны Европе, мы интересны Германии, и еще особенность этого фестиваля действительно такая, что поддерживает этот проект Министерство иностранных дел Германии. И, соответственно, то есть у нас есть возможности и приглашать гостей, которые для Харькова будут новые, интересные, важны. Вот. Также... Может быть, немного о программе, собственно, да, вот о фильмах, которые будут показаны. Опять же, да, на кинофестивале будут фильмы, которые непосредственно премьеры в Украине, которых в Украине еще не было вообще, да, то есть это достаточно, ну, документальный фестиваль документального кино, ну, такая очень интересная, ну, документалистика, да, вы правильно сказали, что очень интересная тема, она очень глубокая. Она отличается от игрового кино тем, что фильмы однозначно, ты не уходишь оттуда пустой, ты приходишь туда для того, чтобы подумать, обратить внимание на свою жизнь и на то, что происходит вокруг тебя. Ну, для меня это было как своего рода даже определенное открытие, что оказывается после каждого фильма это такой как, ну, как тренинг себя. И тренинг, как даже рост определенный. Поэтому я прям призываю обратить внимание на документальное кино тех, кто считает, что это там скучно, либо это неинтересно, либо это как-то, может быть, где-то напрягающе. Но я считаю, что все фильмы абсолютно разные. И классно то, что вот у нас будет, хорошо то, что у нас будет три премьеры. Это будут российские премьеры. Также у нас будут премьеры в Харькове, то есть фильмы уже были показаны на территории Украины, но непосредственно в Харькове это будет впервые. И также у нас будет, как и в любом кинофестивале, то есть фильмы-ретроспективы, то есть те фильмы, которые уже достаточно давно имеют свою историю и имеют классные отзывы. Один из таких фильмов, фильм «Живые»,
Сергея Анатольевича Буковского. Это который восьмой, мы тоже по-моему, да? 2008 год. Да, да, он будет в университете, по-моему, да? Да, он будет проходить, он будет проходить в университете. То есть будет множество локаций. Да, кстати, да, он, кстати, да. «Живые», там одна из сюжетных линий мы использовали в фильме, это фильм о Голодоморе, вернее, даже не столько о Голодоморе как большой теме, о том, как мир не отреагировал на... Мир знал, Европа знала, но промолчала. Но в фильме очень много документов, которые легли в основу книги историка итальянского Андреа Грациози. Книга так и называлась «Письма из Харькова», потому что была столица в Харькове, и дипломатические миссии были в Харькове, и, как все дипломаты, они завитывали до своих краин, и очень много интересной информации, которая была написана отсюда, вот как бы направлялась. Так что это, в общем-то, в каком-то смысле харьковский фильм. И Гаррет Джонс, британский журналист, который решил, не веря как бы тому, что той информационной пропаганде, которая была, шла отсюда в Европу, он решил сам на власть не очень поехать и подавиться, и в Харькове. Ездил по Слобожанщине и написал большую потом публикацию. Его в Харькове арестовали и отправили домой. Потому что чекисты были на каждом углу и следили за всеми. В общем-то, такая была Корея. Угу. Вот. Совсем недавно, в 1933 году. Я обратил внимание, я смотрел буклет этого фестиваля «Харьков Мед Докс», и обратил внимание, что практически нет фильмов о войне, да? Ну, как такое... Как таковых фильмов, да, как таковых фильмов о войне нет, но есть фильмы «Герои не умирают». Это да, нашего, это, да, «Чистили это, на да, Володе», да. Да, угу. Это, насколько я знаю, Дмитрий Коновалов. Угу. Их сейчас делают, их сейчас очень много снимается, есть даже как бы отдельное Госкино. Как бы. Статья бюджета для финансирования фильмов о зоне АТО, о войне. Какая-то первая волна фильмов уже появилась, но как бы вот сейчас очень много людей работает. Я почему спрашиваю, да, потому что... Они будут рано или поздно, может, в следующем году, но что-то обязательно появится. Сейчас много делается, короче. В Харькове в прошлом году уже были премьеры, которые связаны, документальное кино связано как раз с этой тематикой по Донецкому аэропорту, и это, ну, действительно, это еще одна... Игровые сейчас уже появляются картины вот о киборгах, аэропорты. Это не просто снимать, не просто делать, это... Материал, который требует очень большого осмысления, и анализа, и понимания, и потом это сложно снимать. Это опасно, это фронтовые съемки. Вот. Очень много кадров, которые снимают сами военные, они потом это отдают, их используют. Это невероятные вещи, которые там происходят. И то, что снимают наши солдаты и офицеры, это уникальные документы времени, конечно. Вот смотрите, у нас время, которое насыщено до предела очень трагическими, очень серьезными событиями, это наверняка очень подстегивает развитие журналистики, прошу прощения, документалистики. Ну, да? Ну, так или иначе, вещи, да. Тем более, что люди, ну, в общем-то, имеют доступ к девайсам, которые помогают снимать, монтировать и так далее. То есть это перестает быть какой-то привилегией определенного круга профессионалов. Фактически этим может заниматься каждый, зная там соответствующие законы и соблюдая их. С одной стороны, да, это должно быть, это подстегивает развитие. А вот что касается той стороны экрана, зрителей, вот им, насколько им, в принципе, интересна чистая документалистика? Потому что часто ведь путают, да, вот, например, программы телевизионные, там, не знаю, канал Discovery. Прекрасно, замечательно. Но это не документалистика, да, вот по большому счету это не... Это телепродукт. Да, это телепродукт. Но это все одинаково. То есть это какой-то там голос за кадром, документальные кадры, и этого достаточно, чтобы вот поставить ярлык документалистика. Здесь другие фильмы, насколько я понимаю, да, тут совсем другое. Владимир, разные. В этой программе, ну, я половину из них видел. Например, процесс Асхольда Курова, это о том, как судили Сенцова. И что происходило как бы, вот, во время процесса. Там тоже нельзя было снимать. Влево-вправо, шаг-влево, шаг-вправо, расстрел. Но они, тем не менее, сделали картину. Это очень серьезный уже документ времени. И ездили в Ростов, и были там, все время находились. И, в общем, что-то им удалось, безусловно, снять. И очень сильное кино. Невероятно. Оно очень просто сделано. Но сам материал и сама фигура как бы Олега Сенцова, который получил какой-то просто... огромный срок он сидит, и
Я думаю, что я всем советую просто эту картину посмотреть, потому что новости – это новости, а кино – это кино. Оно другое, оно работает очень эмоционально. И просто хорошая картина. Вот. Много там. И вот «Живые» Виталия Каманского, он делал о своей семье, которая вот оказалась разбросана. Кто в России, кто в Донецке, кто во Львове, кто в Одессе. В общем-то, события разделили семью на многие-многие осколки. Вот. И вот тоже очень любопытное кино. Вот, а по поводу зрителя, ну, знаете, сложный вопрос. Ну, тем не менее, даже вот на, ну, не тем не менее, люди хотят что-то смотреть другое, отличающееся от того, что мы видим в телевизоре. Вот, они хотят постигать мир совершенно, когда ему ничего там не навязывают, не агитируют. Везде пропаганда, не только в России, у нас тоже. И поэтому люди хотят смотреть что-то другое, и другой мир. И его как бы воспринимать и рефлексировать на те темы, о которых говорят режиссеры, но не при помощи как бы, новостей, где всегда, конечно, есть журналист, есть комментатор, есть человек, который как бы, тебя правильно да, ведет. Да, абсолютно да. Точно. Вот. Самая моя любимая рубрика в новостях «No comments». Но она тоже субъективна. Вот, поэтому и у документального кино есть уже своя аудитория постоянная. Я желаю всяческого успеха этому фестивалю новому, но судя по фестивалю Doku Days, который проходит в Киеве ежегодно уже много лет, ну, 30-40 тысяч людей за неделю посещают кинотеатр. Он и в Харькове, собственно, проходит. Это как раз тех фестивалей, да, ну, люди путешествующих, приходят, которые... интересно. Это молодая аудитория, что очень радует, что утешает. Вот. А в целом, конечно, зрителя вытащить, оторвать от диванов и кресел, и кровати, и притащить, привезти в кинотеатр очень непросто сегодня. Не на блокбастер, не на 3D, да, очень, без попкорна. Этому уже все надоело, да. И, ну, тем не менее, люди приходят. Много просто очень хорошего кино, сериального кино, но не нашего, к сожалению, идет сегодня. В интернете это все можно посмотреть. Туда уходит делать фильм очень хороший режиссер. Скорсезе уже сериалы делают. Ну да. Вот, да. Это уже, собственно. Но тем не менее, не так все печально. Какие-то начинаются потихонечку процессы в кино, в том числе украинском. Все выползаем, что называется. Я бы не назвал это словом возрождение, как у нас любят возрождение. Есть какие-то уже люди, и авторы, молодые режиссеры, и среднее поколение, которые уже потихонечку начинают что-то делать. Проблем есть, много. Есть и механизмы, конечно. Да, есть там и питчинги с... Есть, да, но это тоже такая как бы история, ну, непростая. Вот, там много всего, много сложностей. Но во всем мире существует как бы... Никто не придумал правильного распределения финансирования. Еще везде есть и протекционизм, и лоббирование, и так далее. Но, слава богу, уже, по-моему, не воруют деньги. Ну, это уже по-поделу. Уже хорошо. Раньше это было просто как здрасте. Виктория, вы хотели добавить, да? Я хотела добавить, мы сейчас говорили о том, что фильмы, ну, как в силу того, что мы живем в достаточно сложное время, хотела сказать, что документальное кино не только бывает о проблемах, да, то есть не только бывает о войне. И на нашем кинофестивале хочу отметить, что фильмы о войне, их будет всего лишь два. Ну, да, то есть, и даже, это не столько даже фильмы о войне, сколько о ситуации, которая происходит, да, сейчас и происходила. И хочу отметить то, что фильм открытия кинофестиваля будет «Школа номер 3». Это один из таких интересных, достойнейших продуктов. Причем мы подготовили нашим гостям и сюрприз. Сюрприз, который, ну, мало того, что там будут режиссеры, еще будет непосредственно такой... Вот сразу видно, Виктория менеджер. Да, вот да. Сразу термин «продукты». Какие продукты? Кино. Вот, и школа номер 3 – это производство тоже практически харьковское. Да? То есть это про детей, которые жили на предфронтовой зоне. И в определенное время, достаточно очень сложное, да, три года назад, когда все только начиналось, и еще не понимал никто, куда мы, что происходит, во что это выльется. И как эти дети росли, как умели, как смогли, да. Я не буду вам рассказывать секреты. Да, без спойлеров. Вот, да. Но я считаю, что мы видели этот, то есть в Харькове это будет премьера.
Ну, премьера в Украине была на Одесском кинофестивале. И могу только сказать, что когда мы посмотрели этот фильм, мы аплодировали. Зал стоял и аплодировал. То есть я считаю, что это ну, просто вот большой, большой респект и режиссерам, и вообще то, что поднялась такая... И уважуха, да. Необычно в паре. Да. То есть считаю, что... Есть просто большое количество тем, которым освещает документалистика, и мы постарались подобрать такие фильмы, которые вот абсолютно разноплановые. Угу. Также Сергея Анатольевича, Сергея Анатольевича будет показано два фильма. Второй из них – это «Главная роль», которая тоже, я считаю, что это тоже шедевр, потому что настолько серьезная тема, ну, можно сейчас я скажу? Покраснею. Буквально, настолько, да, два слова, настолько, тогда, настолько серьезная тема. Но это не про войну, это уж камерная история, это, все снято на кухне дома. Камерная история на кухне дома, но насколько глубоко, ну, в моем понимании, что я увидела. Ну, это даже не конфликт поколения, это взаимоотношения поколений, отцы и дети. И настолько, насколько, ну, вот настолько глубоко и настолько интересно... Показана женщина, показано отношение женщины с сыном и сына к матери. Ну, я за кадром. Вы за кадром, но тем не менее. Я спрятался. Но тем не менее, это тоже шедевр. Честно. Вы знаете, я вообще считаю, что документалистика разная. Есть актуальная документалистика, которая сегодня на сегодня. Слава богу, или к счастью или несчастью, у нас есть что куда наводить сегодня фокус. Но мы забыли, как бы следуя за событиями драматическими в нашей стране, да и всюду в мире сегодня непросто, мы забываем все-таки о человеке, о человеческих отношениях. Для меня вообще в кино это самое интересное. Вот это как раз вот камерность позволила мне как бы сделать то, что я хотел давно. Может быть, из-за лени, никуда не надо ехать, все дома, мама рядом, кухня рядом, вот, не надо никого просить. Мы 3 года снимали это кино, и потом уже поняли, что надо завершать работу, процесс может длиться до бесконечности. Кино сегодня, вот, знаете, такой кропотливый, порой изнурительный, но очень увлекательный как бы труд и занятие, снимается годами сегодня. Ну, благо, сегодня все есть для этого. Есть фотоаппараты, есть вся студия может поместиться в небольшом кофре. Снимать. Было бы желание, были бы мысли. Вот это то, что, в принципе, наверное, зрителю рядовому и неискушенному понять сложно. Можно понять, когда снимается 2 года очередная серия «Властелина колец». Да, там и бюджеты, и массовки, 10 тысяч искусственных орков бегают. Да? А здесь, что если 3 года на кухне, боже мой, да что это, потому что врут не время, время меняется, герои меняются, ты меняешься. Ну, как бы происходит жизнь. Лучший сценарий – это жизнь человека. Вот. И... Ну, а потом... Нет, есть фильмы, которые снимаются и за неделю, и за один день, и ради бога, но тем не менее, вот там Рома Бондарчук снимал «Шерифа» в 7 лет. Ну, так хорошо вышло. Ничего, итоге, да. Ну, не только этим. Главная роль тоже вышла, понимаете. Очень интересно. Так что будет возможность приходить. Очень много вопросов. Вход свободный для всех? У нас есть фестивальные абонементы. Так. Фестивальный абонемент позволяет посетить абсолютно все фильмы, абсолютно все мастер-классы вместе с открытием кинофестиваля, который будет проходить в Малом зале оперного театра в Театральном концертном центре 29 сентября. Также фестивальный абонемент дает право посетить абсолютно все локации. Локация у нас в кинотеатре 8,5. Также университет Каразина, большое спасибо им за предоставленные возможности и вообще за партнерство, потому что это действительно... Хорошая аудитория. Да, хорошая аудитория, потому что наша аудитория, и, как я уже говорила, это все-таки думающие люди, это люди, которые задумываются, что, собственно, надо начинать с себя для того, чтобы что-то менялось в этом мире. Поэтому мы надеемся, что наша молодежь, Здорово. Знаете, это фестивали, их много в мире существует, но это один из способов, один из путей, чтобы доносить все-таки то, что делается кино к зрителю. Вот, поэтому я этому очень как бы рад обстоятельству, что такой фестиваль появился. Я надеюсь, что он будет не последний, первый, но не последний. Но как-то надо зрителя приучать к этому.
готовить, мы уже испортили мозги дрянными сериалами. За многие-многие годы. Молодые люди как раз этим еще не очень испорчены. И слава Богу, да, что люди это хотят видеть, интересно. Тем более, вы говорили вначале об интеграции. Да. Виктория, в европейский мир. Без виз, я считаю, что это большое завоевание. Тем не менее, мы как-то так уже, знаете... Да ладно, уже привыкли. Уже привыкли. Я вот буквально 3 дня назад пересекал границу, там, через Мюнхен ехал в Мадрид, тоже на показы фильмов, документальных, и люди смотрят. И ты ничего не спросил, когда домой, там, что, поставил печать. Я опешил, у него приготовил с собой все бумаги, там, справки. Ничего, никто не спросил. Это здорово. Знаете, да, я присоединяюсь, конечно же, к пожеланиям, к надеждам, что этот фестиваль перерастется, да, вот на нашей земле, пустит благодатные корни, расцветет. Мы привыкнем к нему так же, как привыкли к безвизу. Я пытался всю нашу программу вот сформулировать, да, чем это все, собственно, документалистика, нормальная, хорошая, качественная документалистика, кино, собственно, отличается от того, что мы видим в новостях. В новостях мы волнуемся, в кино мы переживаем, сопереживаем. Вот это большая разница, да, это надо, стоит попытаться уловить, так что 29-1-10 все в кино Харьков Мид-Докс в нашем городе. Спасибо, что были в нашей студии сегодня, и спасибо, что смотрели нас. На этом все, до свидания. Спасибо.